Всем привет! Друзья, сегодня я приготовлю мягкие, нежные и сочные внутри творожные пирожки с творогом. Пирожки готовятся легко, просто, получаются максимально творожными и очень вкусными. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таком рецепте. Не забываем ставить лайки и подписаться на канал. Ну что ж, начнем готовить! Для начала приготовлю творожное тесто. Для этого к творогу я добавляю яйца, щепотку соли, сахар, выливаю растительное масло и все хорошенько перемешиваю. Сюда же добавляю разрыхлитель. Порциями добавляю муку и замешиваю тесто. Тесто у меня готово. Слишком долго его вымешивать не стоит. Собрали вот так вот в комочек, этого достаточно. Тесто еще может немного липнуть к рукам. Пока тесто отставляю, а сейчас займусь приготовлением начинки. Для этого к творогу я добавляю ванильный сахар, яйцо и все хорошенько перетираю вилочкой. Возвращаясь к творожному тесту, его нужно разделить на 12 равных кусочков. Каждый кусочек теста скатываю в красивый ровный шарик. Теперь самым обычным способом формирую пирожки. Так, рабочую поверхность присыпаю мукой, беру один кусочек теста, вот так вот его переворачиваю и формирую лепешечку. Вот так вот все руками формируется. Все очень легко, тесто очень нежное. Выкладываю немножко начинки. Друзья, творожное тесто, да еще с творожной начинкой, это максимально вкусно. И теперь защипываю края и формирую пирожок. Вот такой, друзья, у меня получился красивый пирожок. И таким образом я сформирую все остальные пирожки. Первую партию пирожков я сформировала. Их лучше сразу обжаривать, чтобы они не прилипли к столу. В сковородку я налила растительное масло, оно у меня хорошо нагрелось. В сковородку выкладываю пирожки, лишнюю муку можно вот так вот немножко стряхнуть. На камеру это не видно, не влазит все в камеру. И вот так вот выкладываю пирожки швом вниз и буду их обжаривать на небольшом огне с двух сторон до золотистого цвета. Пирожки жарятся очень быстро. Посмотрите, друзья, какие получились румяные красавчики. Пирожки выкладываю на бумажное полотенце для того, чтобы убрать лишнее масло. И таким образом я обжарю все остальные пирожки. Творожные пирожки с творогом готовы.
Вот так, друзья, легко и просто за короткое время можно приготовить целую тарелку румяных, ароматных пирожков. Посмотрите, как они аппетитно выглядят. Пирожки получились румяные, посмотрите, какие они пышные. Пирожки мягкие. Какая красота! А внутри творожная начинка. Пирожки очень нежные, сочные. Друзья, вы только посмотрите, как это вот... Ой, кусочек выпал. Внутри все выглядит. Пирожки очень вкусные и максимально творожные. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления пирожков, и вы их приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Всем желаю приятного аппетита, всем пока и до новых встреч!